Всем привет, я Леха Колесников, профессиональный занимаюсь фристайл-мотокроссом. Нахожусь у своих друзей в Бэкленде. И вот в руки мне попала вот такая вот чудесная гарнитура. Pack Tag Bolt от Карда Black Edition, Special Edition, на которую дается сейчас уже 3 года гарантии. Есть ряд отличий, я этими переговорками пользуюсь достаточно давно, наверное, последние года 3-4. Мы их используем и в снегоходном катании, и в эндуро катании на мотоциклах. Также у меня пацаны используют схожие гарнитуры при постройке площадок для фристайл-мотокросса, да, когда мы монтируем рампы, приземления, то есть у нас там есть отдельные наушники, куда фиксируется также такая же гарнитура, то есть мы там выставляем оборудование, это позволяет не перекрикивать, не кричать, там, не срывать голос на площадке, очень удобная вещь, вот, но в моем случае также она незаменима, как бы, ну, в моих увлечениях, то есть снегоходы, катание и прочее. Значит, что мы имеем, то есть на нее дается 3 года гарантии, это отличие от прошлой версии, я так понимаю, потому что здесь прям золотым кружком прям все помечено. Вот. Динамики, я так понимаю, что остались те же, 45-мм от JBL. Значит, водонепроницаемость, управление голосом. Ну и самое немаловажное, потому что многие жаловались в прошлые годы, что плохо коннектится там с группами, то есть, ну, есть какие-то ряд там, знаю, что народ говорил, что есть какие-то там проблемы. Вот, здесь заявлено, что 1,6 километра, значит, как бы дистанция между, плюс ко всему группа до 15 человек, и автоматически легкий коннект, видимо, там память запоминает как-то систему, то есть легкий коннект, легкое попадание в группу, если вдруг разрыв группы, точно так же потом автоматом все это находится, как коннектится в обратную сторону. Вот, крутая штука, сейчас я знаю, что появляется еще много там всяких там новых версий, вот. Рекомендую к использованию, те, кто еще не пользовался такими вещами. Вещь очень полезная, вне зависимости от сферы, где вы, что вы делаете. Эндуро, снегоходное катание, мотики. Просто также, кстати, я еще вспомнил, что мы пользуемся подобными темами в проведении наших лагерей, тогда, когда очень много учеников есть, то есть идеально подойдет и для мотошкол, и когда инструктор имеет прямую связь, постоянный коннект с райдером, говорит, что делать, как, чего, куда и так далее. То есть у нас в лагерях участвует там по 20 человек приезжих ребят, и как бы без подобных систем, как, ну, мы уже давно не работаем. Поэтому Pack Tag Bolt Black Special Edition.